Если вспомнить кино 1970-х годов, то актрисы в то время были застенчивыми. Зинат Аман, которая изменила женщин в индийском кино. Она обожгла кинематографический опыт и показала, что актрисы тоже могут играть сильных, нефильтрованных персонажей. Благодаря своему актерскому таланту она стала одной из самых востребованных актрис своего времени. Хотя Зинат Аман начала свою актерскую карьеру в 1970 году с таких фильмов, как «Зло внутри» и «Хулчул», именно ее прорыв начался в фильме «Харе Рама, Харе Кришна» в 1971 году, утвердил ее в качестве основной актрисы. Ей было 20 лет, когда она играла роль сестры Дева Ананда, которому тогда было 48 лет. Несмотря на разницу в возрасте, дерзкая скромность Зинат заставила Дева Ананда влюбиться в нее. Дев Джи даже после рождения двух детей не мог насытиться Зинат Джи, однако она никогда не чувствовала к нему того же. Именно в своей автобиографии «Роман с жизнью» 2007 года Дев Ананд честно написал о своих чувствах Зинат и о том, как он решил признаться ей в них. Он написал: «Внезапно в один прекрасный день я почувствовал, что отчаянно влюблен в Зинат и хотел сказать ей об этом, чтобы сделать честное признание в очень особом эксклюзивном месте, предназначенном для романтики. Я выбрал место встречи в Тадже, на вершине города, где мы однажды обедали вместе». Далее Дев Ананд написал о том, как он позвонил Зинат Аман и договорился о встрече с ней после вечеринки. Однако то, что он увидел на вечеринке между Зинат Аман и Раджем Капуром, навсегда изменило его жизнь. Далее он писал: «Пьяный Радж Капур радостно обнял ее. Это вдруг показалось мне слишком знакомым. И то, как она ответила на его объятия, казалось гораздо большим, чем просто вежливость и учтивость. Позже ходили слухи о близости Зинат Аман к Раджу Капуру, что заставило Дева Ананда еще больше заподозрить их отношения. Дев Ананд далее поделился: «Мое сердце обливалось кровью. В пьяном веселье Радж сказал Зинат: „Ты нарушаешь свое обещание, что я всегда буду видеть тебя только в белом саре“. Это заявление Раджа Капура и слухи полностью разбили сердце Дева Ананда. С разбитым сердцем и невысказанными чувствами он написал. Еще большее смущение было написано на ее лице. И Зинат больше не была для меня прежней Зинат. Мое сердце разбилось вдребезги. Встреча уже потеряла для меня всякий смысл». Позже, когда Зинат Аман узнала об этом, она сказала: «Я очень уважаю Дева Ананда из-за Навкетан, что я превратилась в кинозвезду. Но у него была своя точка зрения на то, что происходит в тот вечер, которая совершенно отличалась от моей. Дело в том, что я много снималась в кино с Девом Анандом, и он считал меня своим протеже. И я работала с Раджем Джи, и он упомянул, что будет дома, и Дев Ананд тоже должен был быть там же. Поэтому я пошла и поздоровалась с ним. Он был моим коллегой по фильму, и я мечтала сняться в его фильме. Честно, я не знаю, что Дев Ананд увидел в этом плохого. Я понятия не имела, что он собирается сказать мне, что любит меня или хочет жениться на мне. Я была совершенно удивлена».